Ежегодно анапские общественники занимают призовые места в краевом конкурсе ТОСов, каждый раз доказывая делами квартальных и домовых комитетов нужность и важность территориального самоуправления. Сегодня поддержка требовалась лучшим. Первое место домовому комитету номер 26 муниципального образования города курорт Анапа, председатель Быкова в городе курорт в городе Анапа находится. Второе место квартальному комитету номер 86 муниципального образования города курорт Анапа, председатель Зайцев, Виноградный, сельский округ. И третье место квартальному комитету номер 29 муниципального образования города курорт Анапа, председатель Жюли в городе Анапа. За этими квартальными комитетами сотни посаженных деревьев, помощь ветеранам и многодетным семьям, организация праздников для людей и памятных акций. Главное, в них работают самые неравнодушные люди домов, улиц и поселков. Поэтому депутаты единогласно поддержали решение конкурсной комиссии о победителях. С отчетом о работе законодательного собрания края перед депутатами выступил член комитета по имущественным и земельным отношениям законодательного собрания края Владимир Верстунин. Как рассказал Владимир Петрович, краевой бюджет в 2017 в этом году сохранит социальную направленность. На соцсферу будет направлено 70% всех расходов. Край ожидает более 16 миллионов туристов, а объем услуг в денежном выражении приблизится к 125 миллиардам рублей. Владимир Верстунин отметил слаженную работу депутатского корпуса. Дружно работаю со своими коллегами, депутатами нашего городского совета. Мы дали по 5 сельским округам совместно с ними, 1500 было вообще. Говоря о задачах для будущего курорта, депутат отметил проблемы водоснабжения и водоотведения, которые сейчас решаются, ремонта дорог и тротуаров. Но главная задача – сохранить курорт. Но основной проблемой считал и буду считать – это корректировка горно-санитарной зоны. Депутата ЗСК поддержал глава курорта, подчеркнув, что без решений правительства нет дальнейшего развития Анапы как курорта. Если мы сегодня не примем, не толкнем, вернее, чтобы было соответствующее постановление правительства, то дальше по развитию города-курорта, как курорта, о чем вчера мы говорили. Вот это 1954 указ президента, он просто не работает. Ну, я поэтому сегодня с удовольствием пришел сюда и попросить поддержку и совместно этот вопрос решить. В ближайшее время пройдет заседание рабочей группы по разработке соответствующих предложений.